5 причин лечить молочные зубы ребенку. Кариес является источником инфекции в полости рта ребенка. Он может распространиться на другие здоровые молочные зубы и те постоянные зубы, которые уже имеются в полости рта ребенка. Вторая причина. Запущенный кариозный процесс молочного зуба приводит к таким серьезным осложнениям, как пульпит, периодонтит, то есть воспаление в полости рта ребенка, причиняя боль ребенку и требуя сложного лечения. Третья причина. Под молочными зубами находятся зачатки постоянных зубов. Если больной молочный зуб вовремя не вылечить, инфекция может выйти за его пределы и угрожать правильному развитию и формированию постоянного зуба. Четвертая причина – правильное жевание. Когда у ребенка имеется полноценный набор молочных зубов, он правильно пережевывает пищу. Жевание способствует росту челюстей. Пятая причина – раннее удаление молочных зубов приводит к смещению позади стоящих зубов, создавая проблемы с прикусом.